С вами Алексей Рябков. Мы находимся в гостинице «Амбассадор» в центре Санкт-Петербурга. И что вы думаете? Здесь уже третий день происходят федеральные спортивные соревнования. Казалось бы, да, удивительно. Ну вот, пожалуйста. Или Александра Никитина, она тут главная, сейчас нам подробно расскажет, что здесь творится. Дорогие друзья, здесь происходит невероятно крутое событие, известное на всю страну. Традиционно уже проходит 32-й фестиваль по спортивному бриджу «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Бридж. Да, бридж. Это олимпийская игра. Да, совершенно верно. Спортивный бридж – это олимпийский вид спорта, признан Международным олимпийским комитетом и признан в нашей стране именно как вид спорта. Единственная карточная игра. Интеллектуальная. Да, мы входим в ассоциацию интеллектуальных игр, так же, как шашки, шахматы и го. И если говорить глобально, то, например, шашки, шахматы, го уже компьютер обыгрывает, а бридж еще компьютер не научился обыгрывать. Есть хитрости. Конечно. Здесь федеральное событие, да? Да. С разных городов нашей необъятной страны приехали люди. Откуда? Совершенно верно. У нас и из Новосибирска, и из Новокузнецка, и из Перми, из Москвы. Часто приезжают, но в этот раз... Не все доехали. Не все доехали, но обычно приезжают и из Екатеринбурга, и из Челябинска. И вообще все города, которые только можно, ну, где играют бридж, обычно приезжают на наш фестиваль. А правда, что Санкт-Петербург – это такая интеллектуальная столица и столица этой игры? Да, в Санкт-Петербурге это то место, где бридж в нашей стране вообще зарождался. И, ну, благодаря, кстати говоря, бридж в Санкт-Петербург пришел благодаря жене Сергея Довлатова. О, да, но это уже другая история. Вот. А вообще у меня здесь цель сделать Санкт-Петербург международным центром спортивного бриджа. Ну что, надеюсь, все получится, да. Всем желаю хорошего настроения, доброго отношения к партнеру и оппонентам и желаю хорошей игры. Итак, сыгранные карты передаем на стол. Рядом со мной Геннадий Дедык. Он мало того, что бизнесмен, еще энтузиаст спортивного бриджа. Игры, которая уже начинает потихоньку проникать везде. И вот проникла еще и вот в это пространство. А как вы оказались в этой игре? Это интересно. Я генеральный директор северо-западной энергетической компании и представляю спортивную лигу энергетической отрасли России. Так. И нам понравился спортивный бридж. Вот своей пользой для развития мозгов и сохранения активного долголетия мы решили, что нашим управленцам, энергетикам это очень нужно, и нам тоже. И нам очень понравилась идея нашей чемпионки, чемпионки России и чемпионки Санкт-Петербурга, если бы не санкции, наверное, олимпийской чемпионки, да, Александры Никитиной, в том, чтобы сделать Санкт-Петербург международным центром спортивного бриджа. Мы эту идею просто восхитились и всячески готовы поддержать. И выдвинули вчера Александру Никитину на международную премию. Мы вместе надеемся, что она победит. Будем держать кулачки, чтобы все получилось. С номером плюс один с первого на второй, со второго на третий. 11-й аккумулирует у себя. Все-таки вот игра «Бридж» – это про что? Ну, то есть мне, конечно, импонирует, что владельцы бизнеса, да, топ-менеджеры увлекаются этой игрой. Видимо, они что-то знают и как-то это им помогает. Они очень что-то знают. Это большой практический эффект. То есть это карточная игра, да,
которая позволяет тренировать память и интеллект и держать его в рабочем состоянии. Надо помнить, да, у кого мало того, карты? Как сказал Дэн Сяопин, да, и это тоже. Но... Она позволяет перегрузить мозг, отдохнуть, что очень важно, переключиться на что-то позитивное, веселое и приятное, пообщаться с очень интересными людьми. 200 миллионов в мире интеллектуалов занимается спортивным бриджем, и это считается как верхом интеллектуальных игр, самым пиком. Поэтому спортивный бридж и признан олимпийским видом спорта. И вот любимая игра, она очень популярна в Индии, очень популярна в Китае, там Дэн Сяопин ее он тоже играет. Продвигал. Мало того, считается, что Советский Союз проиграл, ну, собственно говоря, вот капитализму именно из-за того, что применили стратегию спортивного бриджа. Да? А там есть разные стратегии. Есть. А Китай выиграл за то, что он применил себе на пользу стратегии спортивного бриджа, соединил капитализм, социализмом и много чего, и стал лидером по экономике, и, наверное, не только. Я знаю, что помимо вот этого спортивного сообщества очень много ведется социальной деятельности. Вот какой? Мы вот очень сильно поддерживаем Александру Никитину в том, что она обучает детей, подростков и молодых людей от 14 до 21 года совершенно бесплатно спортивному бриджу. Мы считаем, что это очень важно. И поддержка вот людей очень преклонного возраста и инвалидов с бесплатным обучением. Мы считаем, что это очень полезная инициатива, которая, ну, помогает, и то, что все три клуба Санкт-Петербурга вот это вот поддержали, это вот очень приятно, и большой, думаю, респект Санкт-Петербургу и новый стандарт для России и мира. Это классное начинание, и надо его поддерживать и развивать. Да, предлагаю всем поддержать личным участием. Спасибо. Бридж – это та игра, которую можно играть всю жизнь. С малого возраста до самого-самого преклонного. В отличие от других видов спорта, где там, вот, ну, извините, здоровье же не позволяет, а тут вот можно очень долго. Александр, я знаю, что ты чемпион России, да, мастер международного класса в этой игре. А кто этот замечательный мужчина, который рядом с нами? Андрей Громов, чемпион мира. Вообще, я очень рада, что на нашем фестивале присутствуют мировые звезды спортивного бриджа. Андрей Валерьевич большой сподвижник этой игры и продвигает эту бридж всю свою жизнь. Занимается, то есть он выбрал такое направление, как спорт высоких достижений. И хочу предоставить слово про то, как развивается бридж в нашей стране. Ну, развивается, по моему мнению, не очень быстро и хорошо, потому что нету финансирования. Ну, не футбол пока еще. Ну, даже не хоккей, не теннис. Вот. Ну, надеемся, потому что без финансирования очень сложно как бы делать спорт высших достижений, потому что, например, пример Голландии, которая до 2004 года особо ничего не представляла из себя, потом... Когда они создали в 2004 году именно сборную, которую оплачивали, взяли 6 пар и, соответственно, оплачивали им сборы, тренировки. Ну, ребята заставляли их тренироваться. Вот после этого за последние 20 лет Голландия стала одним из ведущих игроков на международной арене. Правильно я понимаю, чтобы были высокие достижения, нужно много людей вовлечь в эту игру, научить играть, научить выигрывать, и самых лучших будут вот самыми лучшими в мире. Ну, с одной стороны это так, с другой стороны все-таки научить с нуля до
определенного уровня, это надо достаточно большое количество времени. Ну, а сколько надо времени? У каждого по-своему. А вот я всех спрошу, да. Сколько лет вы уже занимаетесь бридж? Я играю в бридж 35 лет. О. Я думаю, что, ну, мой случай немножко не подпадает под общий, потому что, в общем, я, когда начал играть, я, в принципе, решил не заканчивать институт и, в общем, посвятить себя бриджу. Настолько? Да, да, да. Затянуло. Да, да. Вот это не да. То, что затянуло, но я просто понимал, что, на самом деле, без вложений именно умственных, там, физических и других никакого результата не достигнуть. Поэтому, в принципе, ну, я уже через год играл в финале чемпионата мира. Но, правда, это не на две пары, а на 72. Ну, тоже как бы. Это через 34 года назад? Да, в 1990 году, да, играл с Леонидом Каретниковым в финале чемпионата мира. Ну, там, правда, сыграли неудачно, но это потому, что уже не хватило ни физических, не моральных сил, потому что мы там играли 2 недели, то есть тогда еще были длинные чемпионаты. Ну вот, 2 недели мы были единственной из российских пар, которая отобралась туда. Ну а так... Феноменально. Да. Я не знаю, сколько надо времени, но вот сейчас мы смотрим по нашим... Год, да? Уже нет, год уже нет. Тогда была и конкуренция все-таки немножко ниже, потому что сейчас у нас есть некая когорта топ-игроков, которая... Там в период с 2004 где-то до 2012-2016 года показывал какие-то хорошие результаты. Поэтому, естественно, когда сейчас приходят молодые, им уже надо бороться против профессионалов, которые уже показывали результаты на международной арене. А наши учителя лучше. Ну да, с одной стороны, это так. Информация доступнее. А наше поколение там, 70-х годов рождения, оно боролось в основном с талантливыми, но тем не менее людьми, которые работали инженерами. Там. То есть уровень игроков в целом стал заметно да, выше. Да. Все-таки сколько времени нужно, да, чтобы освоить игру? 3 клуба у вас, да, где вы обучаете, и других обучаете, и молодых, ранних, и уже таких уже матерых. Вот сколько времени, чтобы более-менее прилично играть? Ну, вообще у нас очень высокий порог входа в эту игру. У нас как минимум нужно посвятить... Ну, я даю 12 уроков, чтобы просто начать играть. Да, у нас, чтобы в правилах не путаться и игре картами. У нас это является таким, ну, в общем, очень высокий порог входа у нас в эту игру. Ну да, действительно, играть можно от мала, ну, то есть вот где-то лет с 12, с 9, ну, самый младший, ну, и до 90 лет. Считать если... умеешь, значит, можно. Да, до 13 достаточно считать, это навыка уже достаточно, чтобы играть. Считать полезно. Считать полезно. А рядом со мной Елена Ласкова. Она приехала к нам из Перми. Здравствуйте. Что заставляет людей играть в бридж? Желание и побеждать, и играть. И это все интересно. И люди, которые нас окружают. А тут вот... А тут приходит бридж. Во-первых, ты начинаешь понимать, что вот какие пришли карты, тем ты и играешь, да? Ты совершенно не думаешь, верно. Что вот должны быть другие, а я обиделся там мама на папу на весь мир, вот карты не те. Нет, ты вот принял карты эти, буду играть. Условия всех одинаковые. И это прям учит жизни. Конечно. А учит еще и ошибаться.
Потому что жизнь состоится из ошибок. Да. Ну, но взрослый человек, он боится ошибаться. И будет следующая игра. И будет следующая, в которой можно поправиться, в которой можно что-то новое привнести. Вы профессиональный игрок в бридж. И профессиональный коллекционер самоваров. Который приходит со своим самоваром. Да. А как эти два увлечения сливаются вот в вашей жизни? Ну, на самом деле, правда, сливаются. Я 35 лет играю в бридж. И достаточно давно это делаю. И вот 15 лет назад я увлекся самоваром. И в последнее время все мои поездки связаны... поиграть и заодно встретиться с коллекционерами этого города, посмотреть, может быть, что-то приобрести. Вот этот вот самовар, кстати, был приобретен вчера в Петербурге. Да, это, кстати, редкий очень самовар фабрики Александра Кача, Санкт-Петербург. Вот, на самом деле, петербуржцы, я думаю, мало видели своих самоваров. Вот, ну, на самом деле, москвичи не видели своих самоваров. Такой предмет немножко позабытый, да, но очень интересный. Да, вот. Мы мало что уже знаем про самовары, честно говоря. Да. Это такая уникальная вещь. А это питерские самовары, и его делали мастера, которые делали всю посуду для царского стола. То есть они блюда там для дичи, для кабанов, они делали, ну, с целью экономии не только из серебра, но и из мельхиора. Вот этот самовар мельхиоровый и покрыт серебром. Вот. То есть он как бы, да, такая была фабрика знаменитая Александра Кача, середина 19 века. Ну, вот такие вот предметы мы находим, экспонируем, коллекционируем. И я занимаюсь выставками. Единственный, кто в России делает самоварные выставки. Передвижные такие, не музейные, а передвижные. В общем, если что-то про самовары, то это к вам. Легко, да. То, именно так. Касается бриджа, да? 35 лет – большой срок. Ну, так, да. Какая-то деформация профессиональная, да, как профессионального игрока, возникает. И вы уже, наверное, там тоже примечаете. А, человек, наверное, в бридж играет. Это по каким вот, какие качества они дают людям вот эта игра? Ну, основное качество, что бридж – это практичность. Здесь нет мелочей. То есть здесь любая вот мелочь в игре, она потом приводит к ошибке, к катастрофе. Поэтому стараешься, ну, делать практичные заявки, минимальным количеством заявок описать свою руку. То есть это профессиональная оценка, такая художественная, руки и точная заявка. Как вот один мазок кистью, вот так и бридж. То есть чем ты короче опишешь свою руку, минимальным количеством заявок, и тем ты, скажем так, больше дашь информации партнеру и выиграешь сдачу. То есть это такая очень интересная игра. А заявка? Творческая. Что это такое? Заявка – это то, что описывает твою карту. Заявка, вот она делается специальными такими карточками. Ну, это как и в других видах игры и спорта, там и в карточные игры, в преферансе, там делаешь заявку. То есть ты этой заявкой говоришь, что ты возьмешь столько взяток, допустим, в этой масте. Это, да, и вот ты перед началом должен себе показать, что вот я иду туда, будет такой результат. Да. Ну и у тебя есть еще партнер, который помогает тебе, и вы вместе ведете такую торговлю против другой пары. Кто победит, тот победит. А, я говорю, у меня будет такой результат. Да. А они говорят, мы повыше будем играть. А мы говорим, а мы еще повыше. И потом будет момент истины. Да, потом будет розыгрыш, и посмотрим, кто что сыграет. Самый главный здесь человек, потому что это судья всего этого турнира. Что важно вот в хорошей судейской работе? Важно, на самом деле, все думают, что
судья должен какие-то решать судейские вопросы, а на самом деле главное, чтобы турнир прошел хорошо, чтобы мы соблюдали временные регламенты, чтобы сдачи передавались куда надо, и чтобы все игроки были довольны. А вот самые судейские вопросы – это частные совершенно вещи, и это не самое главное. Главное, чтобы всем понравилось. О, это хорошая цель, да. А с какими ситуациями сталкивается судья во время таких вот турниров? Ну, конечно, бридж игра эмоциональная, очень велик психологический момент, поэтому люди, бывает, вспыхивают, эмоционально не сдерживаются, ругаются на партнера, на оппонента. Вот нужно уметь подойти к столу, успокоить, и чтобы конфликт утих. Конфликтов не надо. Да. Главное, получить удовольствие. Да, однозначно. Ну что, удачного вам судейства. Спасибо. Александра, мне, конечно, было интересно наблюдать таких вот ярких, колоритных, очень харизматичных игроков. Тут много девушек, много мужчин, очень тоже разных. Видно напряжение, которое происходит во время игры. Видно, что охват аудитории, да, там и юноши были совсем молодые, да, и такие вот зрелые, с едиными люди. Охват очень большой. Да, бридж для всех возрастов. Я, можно я расскажу? Минуточку. Я вообще то, что меня повлекло в бридж. Когда я пришла в клуб, играла потрясающая женщина. Она научилась играть в бридж в 70 лет. 70 и лет, 30, и 30 последних лет она счастливо играла в эту игру. Всегда приходила в клуб очень нарядная, элегантно одетая. И даже когда она уже не смогла ходить в бридж-клуб, она приглашала к себе на и домашнюю игру, и в добром здравии и трезвой памяти чуть-чуть не дожила до своих 100 лет. Сама себя. То есть она тебя вдохновила? Она меня вдохновила, я сказала, что я вот хочу точно так. Пожалуйста, знакомимся с рассадкой. 100 лет продолжать играть, это вот да. Есть чему стремиться. Есть, есть. Какие вот ты проходишь уже такой большой, длительный большой, путь, да, в этой игре. А какие там возникают этапы? Ну, не знаю, бывает там разочарование, больше никогда играть не буду. Там. Ну, что вообще там бывает? Я очень человек, как это, тоже направлен на достижение и на результаты. Бывают я такие... понял, что это основное, как бы, движущее, да, что ну, дает да, игра. То есть есть вот такой азарт сделать лучше из того, что ты знаешь, ну, вот в конкретном моменте, и получить удовольствие от этого. Но когда ты не достигаешь какого-то результата, бывают такие периоды и в жизни, и в состоянии, если ты думаешь, все, я не для этого, нужно с этим заканчивать. Но, тем не менее, я все время возвращалась. Ну это ценное качество и в бизнесе, и в жизни. Все верно, да. То есть упорство, и бридж очень хорошо воспитывает такой спортивный характер в хорошем этом смысле. То есть ты и нацелен, и повторюсь, на результат, и, ну, и на получение удовольствия, то есть на процессе того, что ты делаешь. Но удовольствие в лицах я тоже увидел. В общем-то, приходите, играйте. Если не умеете играть, приходите, научим. Учитесь, вас научат. Очень много классных уже мастеров, игроков. Да, все верно, да. Покажут, все научат. Все расскажем. Я заметил, что еще были такие люди, которые вот, ну, приходили именно учиться, да? Да, да, ко мне сегодня пришли посмотреть, как я играю, и вообще посмотреть на наше сообщество, и принять для себя решение, там, оставаться с нами или нет. А куда приходить? А если ко мне, то это бридж-клуб на Измайловском. Есть, оставим контактные телефоны, номера. И страничка в ВК «Спортивный бридж в Санкт-Петербурге». Отлично. Ну что же, спасибо всем, кто любит бридж. И спасибо всем, кто был с нами. До встречи. Спасибо. Пока.